Он навсегда останется в памяти таким – молодым, улыбчивым, с добрыми и светлыми глазами. В школе номер 156 вспоминают Артема Феоктистова. 24 апреля 2022 года он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Ему было 19 лет. Награжден орденом мужества посмертно. В школе, где Артем учился, открыли мемориальную доску. В церемонии приняли участие родные, младший брат, бабушка, почетные гости. Учителя рассказали, каким запомнили Артема в школьные годы. В 2009 году вот я набирала первый класс. Для меня очень памятный этот класс, потому что пришли детки такие все вот жизнерадостные, добродушные. Вот я сейчас их помню, этот класс. Помню вот Артема, такой вот добрый, всегда отзывчивый, ответственный, серьезный такой. Вот уже с начальной школы вот чувствовалась вот такая вот мужская вот закалка, стойкость. Сейчас брат, вот стоит братик, вот копья, глаза вот такие ясные, голубые, лучезарные. Светлана Камалетдинова вспоминает, как писали с учениками письма в будущее. Артем всегда хотел сделать что-то полезное. И вот он пишет, что я живу в своем родном городе. Это письмо есть на стенде. Вот. Что я работаю в конструкторском бюро. И вот хочу выпустить автомобиль будущего. Чтобы он был мобильный, чтобы он служил людям. Вот это искренность. Добродушность, вот она и в этих письмах. После 9 класса Артем учился в Поволжском государственном колледже по специальности оператор станков. Активно занимался спортом и патриотической деятельностью. Он занимался вольной борьбой, баскетболом, состоял в военно-патриотическом клубе, это при как раз-таки колледже, где он учился, и он был участником нескольких парадов памяти на площади Куйбышева, то есть он принимал участие. То есть вот эта тема вообще ему была интересна. То есть вот все, что связано с военной тематикой, вот это все ему было интересно. То есть это не вот спонтанное какое-то решение было пойти в армию, а вот именно такое сознательное. После гибели Артема учителя и родители подготовили памятный стенд в родной школе. Затем учителя вышли с инициативой установить мемориальную доску. Ее разместили рядом с кабинетом математики. Там же установят и парту с портретом Артема, чтобы новое поколение смогли написать новые письма себе в будущее. Светлана Кудрявцева, Игорь Казановский. События.